Не думал, что мы еще раз увидимся. А, это они. Угу. Шрам. Как ты нас нашла? Спросила, где тот придурок с порезанным лицом. Смешно. Сколько вас всего? Только двое? Нас не остановить. Джордан! Тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Помнишь того контрабандиста в Джексоне? Ну? Эта девчонка там была. Что? Они теперь мстят. Поэтому Ника так покромсали. Надо отвезти ее к Айзеку и объяснить ему, что тут происходит. Да, но я только что говорил с ним по рации. У нас новый приказ. Убивать нарушителей. Погоди, постой, постой, это же бред какой-то. Это прямой приказ. Нет, давай допросим ее, выясним, что она знает. Да насрать на это все. Ты видел, что она сделала. Да ты же понятия не имеешь, сколько их тут может быть. А вдруг это засада, Майк? Мне все равно, сколько их. Мы найдем их и убьем. Ты можешь хоть на секундочку свои мозги... Джордан, да иди ты нахер! Дина, куда мне? Дина. Дина! Зря мы сюда приперлись. Дина! Чего, чего там? Что нажать-то? А. С ними. Пойдем. Потом посмотришь. На той карте была телестанция? Я помню, что ли. Быстрее, пойдем. Быстрее надо уходить. Элли, ну! Обойди. Я не пойму, это твое оружие, да? Ну да, похоже. Оп, осторожно. Почему я-то обходи? Здесь! Очень вовремя. Ну да. Сдохла. Хотя это, возможно, я перезарядку нажал. Ну да, похоже, это я нажал. Идем. Сколько их, по-твоему? Много. Надо выбираться отсюда. Там изолента была еще, если тебе нужно. Где? На столе вот как-то. А я ее взять не могу уже. Ну, я знаю. Может, ты там что-то скрафтишь? По-моему, нет. Ну, ладно, пойдем. Мачете разве что укрепить, но смысл его... Его чинить надо как бы и укреплять дополнительно. Я опять не очень понял маневров парня. Ну, то есть логика в его словах есть. Но вот так вот просто останавливать главного там какого-то. Стой, не убивай. Еще и прикрывать. Зачем? А вдруг нас много?
Тут нас много, ага. Они в нас стреляли. Почему я не могу забрать патроны? Все последние пули достались вам. Ага. Так, здесь надо быстренько, я думаю. Да, в этой стороне! Вперед! Зачистить помещение. Знаете, с винтовки в грудь вы должны все-таки умирать, мне кажется. Справа обходит. Ага. Не знаю, как это там будет. Там стекло работать. Аккуратно. Все-таки прицеливание здесь неудобно работает, как и в первой части. Стрелять просто не очень. Невозможно, ничего и не меняли в этом плане. Вон он, вон он. Хромал натурально. Там еще был кто-то. О! Ух ты! Вот и все. Может, даже получится физикой оглушить его. Ага. Кидай. Если получится. Ого! Это было очень даже, да. Ты цела? Ага. Узнаешь кого-нибудь? Нет. Пять патронов никаких нет. Да вы чего издеваетесь? Это рука? Это да, рука? Это рука. Чья рука? Я кому-то руку отстрелил? Может быть, ружьем. Ну ладно, ничего нет. А в той комнате? Сейчас посмотрю. Ага. О, отлично. Подожди, тут еще что-то светилось. Вот лезвие. А чего не взялось-то? Я нажимал. Угу. В той комнате тоже есть. Что-то есть. Бутылка. Вот туда, вот в этот угол. Да-да-да. Где-то тут. С зараженных и то больше лута получается. С них хоть что-то падает. Тряпки там какие-то периодически. Ну, потому что они им не пользуются, этим лутом. Все. А, это вода капает. Ходим. Патронов у меня нифига нет. О, они сейчас разойдутся, смотри. Угу. Тихо. Может, даже успеешь, там сейчас выйдет. Падай.
А, он обратно пошел. Ну, у нее же была пушка, дайте патронов-то. А. Вопрос. Туда или туда? Нет, здесь слишком просматривается, надо. Хотя можно того, наверное. Игра просто вынуждает пользоваться стелсом в ближнем бою. Угу. Точнее, не вынуждает, а принуждает даже. Режим экономии. А тебе да, вот, дай самое пострелять печальное, только. Что даже при режиме экономии нифига не падает. Где он? А, вот. Сюда прям идет, нет? Ага. Осторожно, сейчас осторожно. Тот может увидеть. Ой-ой-ой. По-моему, я удачно спрятался. Да-да, за дерево. Нормально все. Он почти увидел, но ты ушел за дерево. Еще? Не знаю. Какие шрамы? Еще. У нас там еще остался. Еще двое пришло. Трое пришло. Сейчас труп найдут. И тут. Ну, я думаю, не настолько глушитель, чтобы прям вот совсем не слышно было. Не знаю. Просто мне тут не получится скрытно убить. Вот эту вот этого надо убрать, да. Тетка там, да? Тетка вроде. Ну, нет, не получится. Здесь, похоже, придется все-таки уже драться. Сейчас попробуем. Пич так положили. О, смотри. Вот этого можно попробовать. Но не получится, значит. Идет отстреливаться. Ты попробуй все равно. Тихо. Падаем. Падаем вниз, вниз. Как же вниз, долго вниз, все это делается. Вроде бы движение. О, засекли. О. Ого. Готово. Трусейка. Шел нафиг. Целый один патрон. Еще бегут, что ли? Еще один патрон. Так. Погоди, еще я должен быть. О, вон там труп какой-то. По-моему, все. Необлутанный. Ого, еще патрончик. О, смотри. Ну ладно, говорят, ты тут растратился немножко. Верстак, что ли, так? По-моему, верстак, да. Аптека. Прям целую аптеку дали. Прикольно. Да, это верстак. Так, осмотри комнату-то до конца. Нет, все. Похоже, все. Ну ладно. Давай к верстаку. Или нам не нужно? Мы тут столько народу уже положили так-то. Угу. Человек 10, наверное, даже уже есть. Где-то вот что-то еще должно лежать. Ого. Люльки.
тряпочка. Угу. Аптека у меня есть, я могу сделать коктейль молотов, наверное. А сколько у меня всего? Да, коктейль можно сделать. Мачете, наверное, пока чинить нет смысла. Всего один заряд потратил где-нибудь. Угу. На парочке, может быть, даже на единичке уже. А, это не верстак. Понятно. Раскатали губу, называется. Что, нам туда, откуда они пришли, я так понимаю? Ну, видимо. Или вот сюда, наверное, еще можно. На самом деле много вопросов касательно, почему они так вот шли за Джоэлом. Что за история такая? Угу. И я так понимаю, мы, если и слышали о ней, то как-то вскользь. Контрабандисту они сказали. Да, да. Ну, он промышлял этим. Вместе с это... А что не за... Не помню, как ее звали. Шрам они сказали, да? Заберем себе. Что-то такое, да, говорили. Опа, опа. Эли, ложись. Где? Двое. А, где патруль Адриены? Черт! Эй, вы двое! Она от нас ушла! Что? Что-нибудь видно? Нет. Проверить крышу. Я гляну, что здесь. Трое? Трое. А, она точно не на улице? Точно? Как она могла туда залезть? Не знаю. Остальные пусть. Грег пошел в Capitol Hill. Он приведет ребят, должны... Интересно, как это выглядит, если это из-под низа? Постреляй по ногам. Попадешь. Наверное, скинуть мог бы. Ну да ладно. Возможно. Осторожно. По идее, сейчас в вашу сторону должны пойти. А где вы? Не понял. С той стороны, далеко просто. Все в порядке? Раз, два, идут, идут, смотри, проверять. Куда пропала? Лора? Дина. Эй, ответь. Вон, 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 смотри. Ладно, следи за тылом. Вот сейчас можно попробовать напасть. Это было ловко. Думаешь, это все? Даже выяснять не хочу. Вот ружье валяется, значит, патронов нет. Да я... У меня все, я уже устал возмущаться на эту тему. Столько всего полезного, казалось бы. Они же вообще ни разу не пальнули, там пару патронов хотя бы можно было собрать. Я допускаю, что у них не так много патронов, ладно, но... Они же не просто так с пушками ходят. Ну да. Надо, наверное, просканировать на всякий. Ага. Просто получается, что стелс не поощряется совершенно. Ну вот, поощрили, типа. Да это не поощрили, это так. Тут у них был местный склад. О, таблеточки. Так, что там? С этого момента всех чужаков расстреливать на месте. Выделить дополнительные силы для поиска второй женщины. Вернуться на базу до конца дня. Принести все имеющиеся припасы. Это вот
Видишь, рация. И как раз пришло сообщение от Айзека. Да. Я так понимаю, что Томми тут начал устраивать «по самой не балуйся». Угу. И вот после этого приказ такой как раз пришел. Угу. Типа нефиг там это... Даже не разговаривать. Возиться надо с ними, да. Блять. Так, сейчас я заряжу все, что могу зарядить. Да, патронов-то, конечно, для винтовочки не помешало бы. У меня всего один. Ну, обрез. А там три патрона. Больше всего у меня пока для это. А, нам сюда. А если там? Для пистолетов. Закрыто. Закрыто, ага. Попробуем. Ой-ой-ой, тихо. Даже машины есть. Но давай, у них горючки немало было. Давай. Нам надо валить отсюда. Срочно. Как-то же ведь можно спуститься на улицу. Я тоже приметил это. А ну вот, блин. Прыгать. Получилось. Чего ты так плохо прыгаешь постоянно? Больно прям смотреть. Комп разобранный. Ну так. О, карточка. Хотя вот детальки еще. Одной штучки, главное. Ага. А, карточку не посмотрел. А, точно, простите. Да. Погоди-ка, записка ли? Это где? Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. А где я эти записки взял? Фотографию Лии. Это ты взял у точно. Убитого. Да. Перевернуть. А, нельзя. Почитать. Ясно. Опять вот шрамы какие-то, видишь? Что за шрамы? Ну, банда какая-то, видимо. Группировка, не знаю. Другая какая-то. Компашка. Я еще удивляюсь, как мы ни на каких фанатиков не наткнулись. Это же было бы так типично. А, ну, может, наткнемся еще. Для постапокалипсиса. Ну да. Так, еще раз я что-то задумался. Ага, только спереди. Ну, это было бы
Прям вот совсем предсказуемо. Ух ты. На кухне. На кухне. Не к добру, там еще что-то было. Лезвие. Да. Как можно находить полбутылки? Несколько странное решение. Ну, подумаешь, полбутылки, полбатона. Полизоленты. Вот ты меня прям вот опередил, хотел сказать. Полизоленты там отмотали тебе. Ну, полизоленты, ладно. Там, может, мало просто. Я, наверное, даже могу сейчас что-нибудь улучшить себе. О, там кто-то ходит или мне показалось? Не знаю. Или это листики были? Так. Для перемещения лежа побыстрее нужно 50. Здесь нужно 40 на лечение. И улучшить аптечки. А, это увеличивает максимальный запас здоровья 60. Да. А дымовые бомбы у меня оглушают противников при взрыве в пределах небольшой области, выпуская облако дыма. А то есть они еще оглушают? Я же это улучшал, по идее. Нет? Или я не успел еще улучшить? Вот, улучшал, да. То есть они сами по себе светошумовые, но теперь у них дополнительный эффект в виде дыма. То есть можно закидывать такую бомбочку куда-то в толпу и успеть там покромсать парочку-троечку, например, той же мачете. Mm-hmm. Залететь туда. Mm-hmm. Вроде никого. Ага. Вроде. Похоже, порядок. Так, вот, посмотри. Одна из них. Хм. Ну и пошла она. Читай письмо. Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. Телестанция. Думаешь, она еще там? Не узнаем, пока не проверим. Так, рядом с этими высотками. Нам туда. Ладно. Найдем эту Лию. Я так понимаю, как раз на ту сторону карты. Да, возможно. Опа. А как-то можно мягче падать? Ну, как получилось, так упали. Нет, я в том плане, что мне, может быть, какую-то кнопочку нажимать дополнительно надо. А, перекат, чтобы сделать? Ну да. Или не перекат, но просто смягчить как-то. Ага. Я думал, мне точно кранты. Спасибо за помощь, кстати. Не за что. Так это и есть псы. Арсенал у них серьезный. Не то слово. Ты ожидала, что их тут будет так много? Томми меня предупреждал. И как, ты не передумала? Нет. То есть по той территории нам полазить на патруль. Уже не дадут. Уже не раз пытались меня выкурить. Сколько? Видела 2, но их наверняка больше.
И когда до них дойдет, что мы выбрались и поубивали их друзей, за нами ринется вся Арава. То никого не было, а тут патрули. Это ж надо было так, из-под тишка. Они не такие, как мы. А вдруг мы беженцы? Вдруг мы, знаем что-то важное? Видимо, их это не волнует.